Здравствуй, дорогой мой друг. Иисус Христос протягивает свою руку тебе сегодня и сейчас. Он сейчас хочет спасти тебя и сейчас хочет, чтобы ты шел за Ним. Благослови тебя, Господь, и сохрани. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу, Иисусу Христу Спасителю, за то, что Он спас меня, когда я умирал, за то, что Он сейчас со мной, и Он также любит тебя и хочет спасти тебя. Покайся, прими Иисуса Христа как Спасителя и начни жить с Богом. Новая жизнь начинается не когда ты приехал на море, а новая жизнь начинается, когда ты принял Иисуса Христа в свою жизнь. Новая жизнь с нашим Господом Иисусом Христом в раю. Смотрите, какая красота здесь на земле, братья и сестры. Вот представьте, какая красота будет в раю. Бог уже все приготовил нам. Здесь на земле просто надо всем рассказать про Иисуса и потом к Богу. Братья и сестры, дорогие друзья, без разницы, где вы находитесь, самое главное, чтобы в вашей жизни было спасение, чтобы в вашей жизни был наш Господь и Спаситель Иисус Христос.